Ну что ж, почти месяц прошел, как я на новом сервере стартовал, это Инадрил. Ну, как я уже говорил в прошлом ролике, был Инадрил классический, а был Инадрил еще Essence. Вот Инадрил Essence, он стартовал где-то в конце мая. Ну и спустя там пару дней я на нем стартовал. Вот можете посмотреть, там до этого ролик был. Что мы имеем? 80-й левел. Ну, у меня до 81 осталось 2% опыта. Сейчас я за счет лампапну. Ну, как видите, 134 тысячи эльмонет у меня. В чем смысл? Тут типа эльмонеты с мобов падают. То есть тут, по сути, донат ну, не решает. Тут эльмонеты падают с мобов, а за эльмонеты можно все купить. Там сайху и так далее. Вот, то есть я уже давно не играю на чере, на официальных серваках где-то. Ну, да, уже месяца два не играю. Даже не заходил, просто даже персонажа не ставлю на прокачку. У меня, по сути, там все закончилось уже на офсерваках. Вот, а тут у нас все, вот тут плащи защиты, пояса драконов, все можно за эльмонету купить. Ну и за Адену тоже. Ну, Адену я не трачу, коплю. А так вот, за эльмонету бущусь. Ну, на 81-м левеле тут все равно ничего прокачать нельзя. Вот на 85-м. Давайте теперь до 85-го рашить. Тут, насколько я помню, тут X3, если я не ошибаюсь. То есть тут очень быстро все качается, очень быстро лампы набиваются. Так. Я даже без бустов качаюсь. То есть не прожимаю штормы сайхи, свитки увеличения опыта. Я это юзаю только во временных зонах. Качаюсь пока в долине ящеров. Ну, тут, по сути, эффективнее всего прокачка идет. Я мобов тут относительно быстро убиваю. Ну, вот, в принципе, рейтинг. 89-й левел максимальный. Когда я только начинал тут играть, то, по-моему, 82-й был максимальный, когда я только создавал персонажа. Так, как я выяснил, тут второе окно вроде нельзя создавать. Вроде бы у меня не получилось второе окно создать. Второго персонажа. Вкратце персонаж. Ну вот у меня, кстати, седьмой плащ. Это вот самое лучшее, наверное, самое дорогое. Тут это седьмой плащ. Я даже не пытался его больше точить. Мне кажется, это ну, очень сложно будет больше заточить. Больше, чем седьмой. Шмотки у меня три предмета. Это тяжелые доспехи Blue Wolf. Это вот из тяжелого. И из легкого у меня кожаный доспех синего волка. Ну там без разницы, я просто легкую шмотку одел, чтобы пассивка работала. Тяжелые доспехи нужны, потому что они силу дают. То есть очень полезно, как раз плюс 3 силы. Статы я все в силу вкачивал. О, кстати, сейчас тоже в силу вкачаю поинт. Все сила, потому что чисто физурон. Физурон со сдвоенного выстрела. Что дальше? Третий пояс дракона, ну, пояса они вообще очень туго качаются. Ну, можно будет попробовать, в принципе, заточить потом. Подвеска Инхасад, вторая тоже. Ну, то есть это все без доната, это все покупается тут в игровом помощнике. Серьга Долины, четвертая, и кольцо дерзости, третья. Сейчас тут как раз акция стартовала. Тут таинственный утонченный сундук продается за 20 монет. Можно, кстати, штук 10 еще подкупить. Вот из них падают кольца. Кольца и серьги падают. Вот я как раз с этого сундука заточил. Вот, кстати, мне выпало кольцо дерзости. Можно попробовать подточить. Тоже тут ПК-шер есть, но так не особо покажет. Потому что, в принципе, я всегда могу подняться за эльмонеты. Я могу хоть 20 раз, хоть 100 встать. Без проблем, или монет много. Ну вот, не получилось заточить. Монеты Балтуса тут есть. Я не помню, я показывал или нет. Я за них покупаю, сейчас скажу. Ну тут, в принципе, расходники. Я сайху покупаю за монеты Балтуса. Тоже тут сайха не проблема. Купон на заряды души, ну что угодно. Руда духов. То есть всего в изобилии, как бы. Всего в изобилии. Сейчас, наверное, я даже покажу пояс в прямом эфире. Так, пояс. Ну, тут либо за 600 эльмонет, либо за Адену можно.
Давайте за монеты. Тут, кстати, в особом создании можно покупать вот пояса. Ну, за печати Герана можно. Тут дефолтный, плюс третий, плюс пятый, плюс седьмой выбить. Пояса — это вот моя слабость. Они, конечно, плохо сосредоточатся у меня. Я не вижу, где свитки. Что поезд дракона, а вот. У меня напоминают третий поезд дракона. У меня, кстати, брошь третья, но у меня вроде еще была. Можно попробовать засинтезить, в принципе. У меня в убежке. Еще третья брошь лежит. На улице, конечно, жарко, пиздец, да и в квартире. Прям разговаривать сложно. Так, третий пояс. А, ну, четвертый. Изи. Четвертый пояс. Так, поехали дальше. Ой, не то. Может, даже пятый сделаем. Ну вот, пожалуйста, четвертый пояс уже улучшился немного. Улучшил персонажа. Там вроде пятый пояс, то есть пятый и выше там что-то дает, пассивку что ли какую-то. Я не помню. Браслет таликов у меня только второй, потому что у меня таликов особо нет. У меня только талика Евы и Адена. Но они тоже в магазине покупаются. Других таликов у меня нет. Вроде. Ну, талик скорости, конечно, не помешал бы. Да вообще все талики не помешали бы. Мана, в принципе, почти не заканчивается. Ну, ясно, что это Камаэль. То есть за счет Камаэля мана не заканчивается, но во временных зонах тоже мана нормально держится. Во временных зонах же не работает вот эти вот обличия. Но во временных зонах тоже мана состоится нормально. Все, короче, четвертый пояс. Так, сейчас остановим персонажа, потому что во время драки нельзя шмотки переодевать. А, нормально так четвертый пояс дает по сравнению с третьим. Дает хп и ману. Хотя там не супер много хп и ману. Но все же. Так. Дальше, ну, брошь третья, как я уже сказал. Третья шпинель есть. Но из четвертого только коралл. А так вот так. Шестой таликаден, третий талисман Евы. Ну, таликаден, в принципе, несложно точится. Вот агатионов нет. Вот у меня третий браслет агатиков, но агатион только дефолтный. Агатионов нет. Тоже тут в магазине. Нигде, ну, короче, нет агатионов. Ну, я думаю, акции все-таки будут какие-нибудь проходить. С акцией можно будет еще персонажа заточить, улучшить. Еще можно загадочных сундуков пооткрывать. То есть нравится мне на самом деле, нравится на бесплатном сервере играть. Так, камень по зарядке создания. Так, сразу крутану. Херня какая-то, не буду даже ролить. Так, кольцо дерзости еще можно подточить. У меня сейчас третье кольцо дерзости. Тут надо хотя бы пятое, вот после пятого там хорошие эффекты идут. Что у кольца, что у серьги. Так, четвертое кольцо дерзости, а у меня сейчас третье.
переодену. Да, надо до 5-го, конечно, докачивать. Докачать до 5-го тяжеловато. Ну, вот как-то так, это было короткое подключение, такое банально рассказал. Просто на самом деле мне нравится на бесплатном сервере играть. Реально нет вот этой зависимости от доната, потому что я из эссенса ушел с официального из-за этого, потому что донат очень сильно решает, на мой взгляд. То есть у меня банально даже сайхи не было. Они даже сайху отняли бесплатно. Типа за адену покупать это пиздец. У меня персонаж столько адена не фармит, чтобы за адену покупать. А тут, пожалуйста, и зелье восстановления хп особое можно, и все. За эль монеты покупается спокойно. Эль монеты падают с мобов. Сервер Надрил, напоминаю, называется. 81-й левел. Как-то так.